Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». После поражения от Оренбурга в предыдущем туре, когда «Крылья» упустили победу, ведя в счете и играя в большинстве, «Авиаторы» выходили на домашнее поле «Металлурга» на матч с «Тамбовым» только с одной целью – победить. И самарцы с первых минут осадили ворота гостей. Это возымело свой результат. Неосторожная игра рукой тамбовчан в своей штрафной, и судья назначает 11-метровый. Штатный пенальтист «Крыльев» Дмитрий Яченко не промахнулся. 1-0. Начали очень неплохо, забили гол быстрый. В принципе, что и нужно в матчах именно ФНЛ. Но это как-то, мне кажется, психологически нас как-то вот внутренне закрепощает, что ли, и мы стараемся удержать этот счет. После забитого гола игра успокоилась, «Крылья» стали осторожничать и даже отдали инициативу в матче Тамбову, что стало поводом для саркастических настроений тренера гостей. У вас есть задачи какие на сезон? У нас сейчас в Тамбов уехать и изучить игру «Крылья Совет», чтобы прогрессировать. Последние 15 минут встречи главный тренер «Крыльев» Андрей Тихонов освежил игру заменами. Хозяева стали больше прессинговать и создавать моменты у чужих ворот. И без особых сложностей смогли сохранить победный результат. Все говорят, что очень тяжелый матч сегодня был. Постоянно эти переходы, синтетика, зеленое поле. Вот, и очень было тяжело чисто физически, поэтому не хватало скорости. Вот, даже те футболисты, которые у нас быстро бегают, это говорят, очень тяжело. После «Виктории» «Крылья» набрали 28 очков и сравнялись по этому показателю с лидирующим «Енисеем». Теперь клубы делят первое место. В следующем туре «Волжане» поедут в столицу играть против второго состава «Спартака». Начало встречи 11 сентября в 17 часов. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!